Номер лота 17814. Катюш, я, честно говоря, сражен. Великолепие. Я привык к тюлю, да, вот, ну, мы много его разного видели. Но здесь сочетание такого нежной полупрозрачности с настоящим роскошью, вот, по жакар, золотой портьер. Жакар, давай переплетели нити. Это просто фантастика. Что за Ты технология? Знаешь, здесь совершенно удивительная технология. Да, действительно, здесь органза. Органза совершенно необычная, потому что органза с жаккардом соединилась в очень модном, очень стильном и люксовом предложении. Словно сейчас сусальное золото струится на нашем окне. Великолепный тюль, просто потрясающий. Но помимо органзы и вот этого как раз потрясающего переплетения нити мулине в жаккардовом исполнении, здесь же у нас с тобой еще, посмотри, нежнейшие отблески дает люрексовая нить. Фантастически красивый тюль, действительно, вы знаете, как только он появляется в наших телеэфирах, вы тут же начинаете звонить его заказывать. Сейчас уже идет ажиотаж, сейчас уже идут звонки, и не мудрено. Сколько стоит такой тюль в магазине, мы с вами знаем. Ведь этот тюль прекрасно смотрится в композициях с портьерами, как сейчас с нашими портьерами, и ровно не хуже смотрится в своем соло-исполнении. Вот в том-то его и плюс. Допустим, если вы постирали портьеры, и они у вас сейчас в стиральной машинке, вы можете тюль пока оставить на окне, при этом ваш дом будет защищен. Посмотрите, полупрозрачный тюль, фантастической красоты органза. Ткань сама по себе дорогущая, а вы представьте, сколько стоит один погонный метр такой ткани, я вас уверяю, меньше, чем за 2500-3000 вы их просто не найдете в магазине. А у нас готовое решение. Утяжелитель единый, не сшивной, на все 3 метра. Подшитый по боковине и с широкой лентой в 6 сантиметров. Шторной лентой уже пришитой. Этот тюль становится действительно вашим любимцем. Он действительно любимец, потому что идеальное сочетание полупрозрачности с роскошью золота и люрекса. Все это по цене 1290 рублей. Причем размер 3 метра на 270. Действительно роскошный объем, потрясающий, очень дорогой, уникальный органзы. Ну и, естественно, давайте все вместе снова посмотрим, что нам предложит якобы выгодное интернет-предложение. Абсолютно лаконичный тюль из органзы. 3600 рублей. Причем размер здесь не указан, но, судя по всему, не такой приятный, как у нас. Здесь вообще абсолютно простое классическое решение. Но цена при этом почти 4000 рублей. Цена же нашего часа 1290 рублей. Вот здесь добавили немного флористики и дизайнерского изыска, и цена выросла почти до 5000 рублей, фактически в 5 раз выше. Зачем переплачивать? Для чего тратить деньги на непроверенные товары, когда есть телеканал «Дисконт», когда есть идеальное проверенное качество по самой привлекательной цене? Именно поэтому такой тюль стал абсолютным хитом, и я повторяю, что он появляется сегодня по вашему дозаказу. Вы заказали, мы как волшебник, как джин исполняем ваш заказ, при этом дарим вам новую цену всего 1290 рублей. Менее 50 предложений у нас остается, поэтому звоните прямо сейчас. Катюш, скажи, пожалуйста, роскошь золота, блеск люрекса, при этом приятные матовые нотки, да, вот самого, самой органзы. Вот решение вот такое мне. Хочу, чтобы ты подсказала решение. Где такой тюль будет смотреться действительно органично? Слушай, вообще он отлично смотрится в любой комнате. Его можно повесить в детской. У него очень спокойная гамма цвет топленого молока немножко напоминает. Идеально подходит для спальни. Совершенно великолепно работает в композициях, допустим, в гостиной. И, конечно, даже нашу любимую, знакомую нам кухню, пусть маленькую, он превращает в роскошную обеденную залу. Да, ты знаешь, смотрится, конечно, совершенно фантастически. Я еще раз хочу вам показать вот что. На каждом образце тюля я не боюсь это делать, в отличие от интернет-магазинов. И, кстати, в магазине в обычном нам тоже не дадут делать. Я хочу показать вам изнанку нашего тюля. Давайте на нее посмотрим, почему это важно. Дело в том, что это не принт. Посмотрите внимательно. Вот то, что вы сейчас видите, это не принт, это не аппликация, это действительно жаккардовое переплетение нити. Я вам сейчас это доказываю. Та сложнейшая технология, та великая работа, которую проделали технологи, создавая этот тюль амбуаз, просто достойна преклонения. Это потрясающе. И вы только задумайтесь, это наш российский тюль, не заграничный, не откуда-то он к нам приехал. Вот, смотрите, мы видим с вами, что изнанка, что лицевая часть практически неотличимы. Единственное, что я вам хочу сказать 100%, что любой, кто придет в ваш дом,
тут же будет восхищен, поражен, сражен изысканностью вашего интерьера, тонким вкусом обладательницы этого интерьера. И, безусловно, это заметит. Кстати, вы знаете, вот пригласите коллег мужа. Вообще говорят, что самый лучший способ укреплять семейные отношения – это дружить с друзьями мужа. Они будут восхищены. Какая женщина с каким изысканным тонким вкусом ему досталась. Это действительно так. Поэтому не упускайте шанс похвастаться лишний раз, при этом приобрести действительно качественное изделие. Mm-hmm. Изделие, которое подарит вам дворцовую роскошь и действительно очень интересное интерьерное решение. Откройте окна в новые миры. Миры красивых тканей, роскошных и потрясающих по самым привлекательным ценам. 1290 рублей, размер 3 метра на 275, номер лота 17814. Mm-hmm. Ну и не забывайте о том, что наш амбуаз, роскошный тюль из органзы, очень хорошо и гармонично сочетается с нашими великолепными портьерами из полисатина. Марат, на секундочку, mm-hmm. как хорошо смотрится в сочетании и с собранными портьерами, mm-hmm. да, вот с такой классической драпировкой жабо. И если мы просто оставим свободно распущенными, и очень перекликаются между собой цветовые решения. Посмотрите, давайте с вами еще раз взглянем. Как красиво! У нас с вами 4 метра 30 сантиметров ширина портьер. Какая фантастика сейчас на вашем окне, как правильно расставлены акценты. Mm-hmm. Посмотрите на свое окно, ведь вы же тоже хотите, чтобы в вашем доме теперь всегда было отличное настроение, хорошая погода, несмотря на осень. Вот, пожалуйста, ваши портьеры, вот, пожалуйста, ваш тюль. Да, и все у нас остается в очень малом ограниченном количестве. Уже тюля осталось только 40, вот 35 предложений. Вот я-то думал, уже 35 осталось всего. Портьер, возможно, и того уже меньше. Не упускайте шанса, звоните прямо сейчас. Причем вы не только можете совершить покупку, позвонив по нашему многоканальному бесплатному телефонному номеру, который вы видите в левом углу экрана, вы также можете спокойно выйти в прямой эфир. Достаточно вам сказать «хочу в прямой эфир», вы спокойно можете общаться как с ведущими, так и с экспертами, задавать абсолютно любые вопросы. Ну а пока задайте себе вопрос. Могли ли вы представить себе ранее, что вы приходите в магазин ткани, находите нужную органзу, погонный метр, который стоит от 2000 рублей, а Марат, то и выше. Марат, вот этот будет 2503 даже, не меньше. То есть в среднем такой тюль размером 3 метра на 275 обойдется вам в сумму 10 тысяч рублей и выше. Но цена этого часа специально снижена, потому что вы дозаказали этот роскошный тюль. И мы исполнили ваш заказ по специальной вот такой подарочной цене. И гармонию мы не забываем, потому что наш тюль идеально сочетается с нашими портьерами из полисатина. Ну и давайте опять же посчитаем. Если мы возьмем и захотим купить, например, и тюль, и портьеры, вот так в комплекте где-то в интернет-магазине. Давайте посмотрим, так ли это выгодно. Смотрим. Вот видим тюль. 3149 вместе с портьерами 12150 рублей. Что это не такое? Грабеж средь белого дня. Грабеж среди... в 10 раз больше фактически. Конечно. Ноль прорисовать. Здесь и того дороже получается. Тюль 4200 и 13 с лишним шторы. То есть это уже 20 тысяч рублей фактически. Марат, а самое главное, посмотри, картинка в интернете. Ты что-то там видишь на этой маленькой картинке? Мне скажите, господа хорошие, с лупой нужно стоять, чтобы ваши картинки из интернета, продавцы дорогие, рассматривать. Даже если я их увеличу, я все равно ничего не пойму. Здесь же у нас, Катюш, на телеканале Дисконт понятно, да, все. Знаешь, Катюш, сколько моей прелести осталось? Всего сколько? 20 с небольшим. Всего 20 с небольшим тюлем осталось для вас, мои дорогие, поэтому поспешите. Я абсолютно уверен, что к концу сегодняшнего уникального часа рубрики «Текстиль» будет опять надпись «Проданная». Наш тюль просто разлетится. Мы несказанно рады, что вы успеете сделать эту покупку. Именно поэтому мне не хочется, чтобы вы кусали локти и думали о том, ах, упустила возможность. Звоните нам прямо сейчас. Остается буквально одна минута. Одна минута до конца демонстрации этого лота. Роскошный тюль «Амбуаз». Размер 3 метра на 275. Органза. Причем не просто органза, Катюша, а еще жаккардовое переплетение нити с люрексом. Совершенно роскошным и изысканнейшее решение. Просто вот вы знаете, я такой тюль встречала только в очень классных каталогах, в очень модных домах и в дизайнерских решениях. Сегодня вы сама себе дизайнер. Ваш вкус по достоинству оценят не только ваши близкие, ваши друзья. Потрясающая красота. Ой-ой-ой-ой, хочется что крикнуть такое, мне. Марат? Осталось уже около 20 только предложений. Заканчивается наш тюль, прям как секунды. Тает у нас на глазах, так и заканчивает наш тюль. Органза, роскошный жаккард, все здесь присутствует. Размер 3 на 270, шторная лента присутствует, уже пришита, утяжелитель. Все подшито. Купили, повесили и наслаждайтесь дворцовой роскошью. Не упускайте свой шанс, это действительно шанс.